是江好，我是江明。好，我是尤拉。好，你好。你好，我叫王江明。我叫尤拉。好，我们看一下你好怎么写。你好，我叫怎么写？不是这个笔数字音，知道吗？不是不听。好，大家准备好了吗？请你拿出你的笔和你的笔记本。我们下面开始写汉字了。Пожалуйста, возьмите ваши тетрадки, ваши перьевые ручки, кисти, чем вы пишете, и давайте попробуем написать. 好，这个是好字，你好。你好， именно в таком порядке, такой формы, как здесь это изображено, это очень важно. У каждой черты есть свое направление, свой ритм. 大家是不是觉得写汉字很难呢？Возможно, вам покажется, что писать иероглиф очень сложно, не так ли? 没错，汉字有两个最难的地方，第一个是声调，第二个是它的汉字的写法。Это действительно так, в иероглифах есть две сложности изучения иероглифов. Во-первых, это тон, а во-вторых, это, собственно, как сам иероглиф пишется. 但是不用担心，今天你跟苏老师和宝乐老师一起学习汉语，没有问题。Давайте посмотрим первый иероглиф, это НИ. НИ, 它的结构是左右结构。Его структура это левая, он состоит из левой и правой части. 大家可以看到它是由人和耳两个汉字组成的。Если точно, он состоит из двух иероглифов, 人, человек и ар. 但是呢，这个人和这个人不一样，这是一个汉字，这是一个偏旁。Но вот этот рен, который мы видим внизу, красный, да, вот этот вот рен, да, вот, и этот рен, чем они различаются? Вот здесь у нас самостоятельный иероглиф, а над ним это ключ, так называемый ключ. Окей, 好了，今天我们的时间到了。Давайте на сегодня прекратим и встретимся в следующий раз. 再见。Finish.好像是Duck 同学们好，欢迎大家来到跟我学汉语网络课堂。我是乌拉尔联邦大学孔子学院的苏春老师，我来自中国广东外语外贸大学。今天我们要学习第二十课，你们准备好了吗？春天不吉祥，处处闻啼鸟，恋爱风雨声，花落几多少。 This letter was written by the official working in the World Wealth Organization. He replied to the middle school students in Wuhan. Okay, he wrote it with a pen. So it looks so beautiful.And you know, the recipient's name on the top, and then the greetings. The paragraphs in the body depends on how many topics you want to say. And then the last is a compliment. And then look at the signatures. There are two signatures. One is the English one, and the second one is the Chinese one. In Chinese, it says 高丽伯伯. So you can understand, right? 高丽伯伯 means Uncle 高丽.So he called himself Uncle Gao Li. Why? Because the students in the middle school write the letter, they call him Gao Li Bo Bo to show their respect to this person, Gao Li Bo Bo. And the last one is the date.孩子们收到圣诞老人的礼物。每个人都在钟表上喝香槟和修个院。我们很喜欢看烟花。我家很爱新年节。我们在上课的时候就很吵，真是很痛苦，已经持续了一个两个月了，没办法。
конечно же, с языка на язык.哪里？中文在中国，中文在新，中文在北京，中文在我们在。还有吗？中文在灵魂，中文在上海。还有吗？南越古驿道 ，South China Historical Trail， OK。The South China, actually China here means Guangdong province. 我只知道丝绸之路、对。丝绸之路是一条非常古老的道路。对。Ну, в общем, да, как у нас на уроках истории было сказано, вот это вот, как сказать, сибирский тракт, сибирская дорога из Москвы до Китая. И в Китае там вот происходила вот эта дорога, торговля через Кяхту и Нерчинск. То есть вот, и он частично проходил через Екатеринбург тоже.Вчера просто разговаривали, довелось, вот, да, через Нерчинскую Кяхту. И у нас здесь тоже есть как бы дорога в Екатеринбурге, называется Сибирский тракт. Просто вот заходила речь. Очень интересно, Сережа, спасибо. Да. Вот эта дорога, Сибирский тракт, как...тоже вот заходила речь, поэтому...
只会唱歌放羊歌。